Всем доброе утро, девчонки. Мне сейчас пришлось убирать мышь. Это было что-то. В общем, кто не знает, Пушок, кот наш, он домашний котик. Последнее время, с того момента, как мы узнали, что он маленько у нас болен, да, у него вот опухоль нашли, я вот стала его выпускать на улицу. Под моим наблюдением он гуляет, я присматриваю. Сонька тоже рядом. Соня — это наша собака. Просто кто не знает, потому что маленько прибавилось подписчиков, и вот, может быть, кто не знает. Значит, смотрю, вот они вот тут лазают, Пушок никуда не уходит, у нас все загорожено, он никуда не убегает, никуда не уходит. Думаю, пойду быстренько вот этим вот ручным пылесосом пропылесосю вот всякие вот быстрые места. И, значит, а он, Пушок, у нас очень, ну, наш кот очень боится пылесоса, звука этого пылесоса. И когда вот он находится в доме, он сразу прячется на вот эту вот свою штуку. Тут, значит, я пылесошу и боковым зрением смотрю, что он забежал с улицы. Думаю, ну, наверное, звук услышал и решил его спрятаться наверху. Тут же опять вижу боковым зрением, я на них не обращаю внимания, сама пылесошу, так боковым вижу. Сонька подбежала к Пушку, что-то выхватила, и вот у нее что-то вот вижу, как будто вот большое возле рта. Блин, поворачиваю голову, это мышь. Как я забежала, я бросила этот пылесос. Давай гоняться за Сонькой, она эту мышь выронила. Я же не дам ее сожрать, Пушку и Соньке. Это же домашние мои животные, нет. Тем более они не привыкли к такой идее, нет. В общем, она лежит, эта мышка, еще такая. Ладно, не будем в подробности вдаваться. В общем, я ее еле-еле выкинула, такая противная. Ну, я думаю, все девчонки понимают меня, как это может быть противно. И это так еще в руках ощущается. Я говорю, дайте мне какие-нибудь перчатки. Марсель, ему некогда, он уже торопится. Рюкзак на спине, чтобы в школу идти, туфли эти, ой, кроссовки свои одевать. Говорю, Марсель, бегом мне мои какие-нибудь перчатки. И вот с перчатками, с целой кучей салфеток, я ее еле-еле выкинула. Это был какой-то кошмар. Ой, девчонки, вот что значит день сразу не пошел с утра. Не мой сегодня день, повторюсь, не мой. В общем, была я в огороде сейчас. И у нас же там лестницы есть такие, знаете, деревянные. А внутри вот, которая щебенка засыпанная. В общем, яйцуки. И, в общем, что-то поднималось по этой лестнице. Обувь была у меня открытая, и я ногтем задела вот эту вот лесенку саму деревянную. Прям ногтем. Это о чем говорит? То ли ногти длинные, то ли лестница дурацкая. Ну, ладно. В общем, и это так было больно, и мне кажется, что ноготь у меня даже маленько посинел. Мне так кажется. Я вот вижу через вот этот вот лак, который у меня на ногте. Позвонила девчонка, которая мне делает педикюр. Я говорю, блин, можешь мне сделать? Я хочу, чтобы она сняла мне его и сделала новый слой. Может быть, там треснуло что-то, я не знаю. Но боль была ужасная. Так что сейчас еду, в общем, на педикюр. Что у меня тут запикало? А, воду надо долить, чтобы окна мыть. Педикюрчик сделала в этот раз такие прям ярко-ярко-ярко. Розовые то ли пинк, наверное, пинк. В общем, красота. Я еще после педикюра заезжала в Русский. Что-то мне так захотелось селедки. Я Ромке пишу, Ром, будем делать картошку с селедкой? Я, наверное, куплю одну селедку. Он такой, нет, ты что, покупай две. Видать, тоже у бедного желание появилось на селедку. Ну, прям вот, я вот прям сейчас вам рассказываю, а мне прям быстрее бы хочется сварить картошку. Вернее, отварить картошку и с селедкой. Блин, хочется, хочется. Так, что я тут взяла? Я взяла вот такую вот кашу. Каша шести злаков. Вот они мои, две селедочки. Эти две селедки мне обошлись.
3,25. Блин, как она пахнет, девчонки. Потом взяла две упаковки пряников. Вот такие, я всегда беру вот такие вот сибирские, без всяких орехов, изюмов, без всякого-всякого. Потом взяла, смотрите, какие милашки. Три вот такие шоколадки Аленки. И два гематогена. Это у нас гематоген «Ест только Рома». Что у нас здесь? Две упаковки кукурузных палочек. Так, это не то. А, и все. А, и все. А, и это корм. Корм для Пусяни и для Сони. Вот это вот, что вы видите, это обошлось в 22 евро. Все. Знаете, что я сейчас делаю? Я шью. Шью, представляете? Я вам показывала, что я в Турции купила вот такую вот сумочку. Сейчас это модно, модные такие платья, такие топики, чтобы вот это вот висело, чтобы вот так было сплетено. В общем, купила вот такую в Турцию за 20 евро. Женщина плетет сама, прям в этом, в Манавгате, вот этот новомол, прям внутри, на первом этаже она сидит и плетет. Я купила, вот эти вот я штучки буду убирать, и еще шел вот такой вот шнурочек, он здесь был вот так прикреплен. Вот, я вот эти штучки хочу убрать, и просто хочу вот так вот пришить. И мне так будет нравиться лучше, хотя, ну, как, когда я маме сказала, она говорит, нет, это красота, красоту какую-то дает. Для меня это красоту не дает, для меня это мешает, моим глазам это мешает. Я хочу сделать вот так, и тогда это вот, ну, примерно будет вот так смотреться. В общем, с одной стороны, я уже штучку эту убрала, мне пришлось ее вот так вот разгрызть с помощью специальных плоскогубц, в общем, вот так вот. У деда, конечно, там разрыв сердца чуть не произошел, такие штучки он любит, он что-нибудь смострячил бы с нее, но пришлось ее вот так поломать, в общем. Вдела вот сюда, вот в петельки, вот такую толстую нить. Теперь как-то мне нужно это все пришить. А я-то не бельме в этом деле. Буду как-то стараться, девочки, буду стараться. И эти штучки я хочу убрать. Как вы думаете, вот эти убирать? Мне кажется, нужно их убрать. В общем, буду шить, потом покажу, что получилось. Так, принимайте работу. Вот, как я сшила с этой стороны. Ничего не видно, смотрите, ничего. Как будто шил профессионал. Вот, и с этой стороны также. Сначала я все продела в петлю. И с этой стороны, и в общем, вот здесь и здесь продела в петлю по несколько раз. Потом завязала узелок. И вот здесь, вот с этой стороны еще раз прошила. И здесь то же самое. Так, теперь, как убрать вот эти вот штуки? Наверное, нужно развязать. А завяжу ли я так же, как здесь завязано? Или их как-то долбануть молотком, что ли? Ну что, девчонки, вот она моя сумочка какая. Ну, конечно, не с таким нарядом, но сумка огонь, просто огонь. Просто огонь. Не хочу вот эти вот убрать. Обязательно хочу убрать вот эти. А как, не знаю. Эх, девки, была не была, в общем. Молоток. Газету сейчас подстелю. И будем долбать. Я думаю, что-то раздолбать, что-то поломать, и у меня получается лучше всего. И что это я? А вот связать вот эту вот штучку я не завяжу так. В общем, что, девчонки? Ох, ёптать. Ладно, давайте. Соня, уйди. Ой. Ай, раздолбалась. Это типа как мело, девочки. Это типа мел. Соня, будешь мел? Все, сейчас мы эту... Ой, гундаба. Смотрите, какая она стала хорошенькая. Вот сейчас у нее хороший вид. Ой, какая ты хорошая. Все, а это просто был мел. Все, девчонки, теперь красота. Теперь она как-то не броская,
Глаза не бросаются, и уже можно одеть с любой вещью. А то как-то вот эти вот были, как-то они мне слишком были броские. Вот эти мне в глаза бросались, и вот эти штучки. А теперь хорошенькая сумочка. Как вам? Хотите, я вам покажу, сколько осталось селедки, а было две. Четыре кусочка, девочки, четыре кусочка. Картошку мы съели всю. Я вообще не люблю толченку, не люблю свежую картошку, вот отваренную, жареную. Не люблю ее кушать на следующий день. Я люблю картошку кушать в любом виде свежую, только приготовленную. Поэтому я сварила столько, сколько мы съедим. Но это я на завтра теперь оставлю. И завтра сделаю еще, наверное, шпагетти болонезе. Да. Будет так. Будет так, как я сказала. Будет болонезе. Девчонки, я не знаю, что у нас здесь будет, но у нас здесь сверху, ну, я видео часто делаю, видели, наверное, дом стоит вот тут сверху. Его купили, наверное, как, ну, наверное, чуть меньше года, как его купили. И вот теперь вот тут сзади все расчищают, и у нас будет, эта улица следующая, она тупиковая, и она очень узкая, и будут делать вот тут дорогу, чтобы разворачиваться, типа маленького кольца у нас здесь будет, вы представляете? И сейчас они краном или там ковшом у них, и, в общем, что у них только там нету, вон она работает где-то, может, в кустах, если видите. В общем, убирают всю зелень, разравнивают. В общем, как-то так. Где-то там в кустах вот он работает, да. Вон, видите, ходят. Я как-то привыкла, что у нас, знаете, здесь все закрыто со всех сторон. А сейчас как откроют вот это вот место, вот это вот место. Вон, слышите, спиливают. Ай-яй-яюшки. Помните, где вот в позапрошлом году или в позапозапрошлом мы тут яблоки собирали? Шикарные две яблоньки. Сейчас их нет, уже спилили эти яблоньки. Вот только вчера они это все делали. Я говорю, блин, вы такую яблоньку спилили. Такие были вкусные они. Ну да ладно. В общем, девчонки, я на этом с вами буду прощаться. Буду влог свой заканчивать. Буду маленько убираться дома. Постельное менять, белье сушить. Кстати, менять белье я еще не меняла. Пока все стираю, и вот уже вынесла все подушки. Если видите, одеяло. Одно одеяло стирается. Я его давно не стирала. Сегодня будет супер погода, 28, по-моему. В общем, все можно перестирать, пересушить. Этим я сегодня и занимаюсь. А с вами буду прощаться. Всем большое спасибо. Всем хорошего дня. Всех остальных хороших дней. Пока-пока.